сутра сердца запредельного совершенства мудрости. Так я слышал однажды. Победоносный вместе с великой общиной монахов и великой общиной бодхисаттв пребывал в Раджагрихе на горе Орлинной стаи. В то самое время Победоносный погрузился в самадхи, созерцание номинального многообразия феноменов, именуемое глубинная видимость. И в то же самое время обладающий могущественными силами бодхисаттва Махасаттва Арья Авалокитешвара пребывал в совершенном созерцании практики запредельного совершенства глубинной мудрости и в совершенстве узрел, что даже 5 сканх пусты от самобытия. Тогда почтенный Шарипутра, побуждаемый силой Будды, произнес такую речь, обращаясь к могущественному бодхисаттве Махасаттве Арья Авалокитешваре: «Если какой-нибудь благородный сын или благородная дочь пожелают приступить к практике запредельного совершенства глубинной мудрости, то каким образом им следует обучиться ей?» Он произнес эти слова, а могущественный бодхисаттва Махасаттва Арья Авалокитешвара так отвечал почтенному Шарипутре: «Шарипутра, если какой-нибудь благородный сын или благородная дочь захотят приступить к практике запредельного совершенства глубинной мудрости, то они должны так в совершенстве созерцать: безупречно и логически последовательно созерцать даже 5 сканх как пустые от самобытия. Форма пуста, пустота форма. Пустота есть не что иное, как форма, а форма есть не что иное, как пустота. Точно так же пусты и ощущения, развлечения, формирующие факторы и сознание. Итак, Шарипутра, все феномены — суть пустота, не имеют определенных характеристик, не рождаются и не исчезают, не являются загрязненными и не являются чистыми, не имеют ущербности и не имеют полноты. Поэтому, Шарипутра, в пустоте нет форм, нет ощущений, нет развлечений, нет формирующих факторов и нет сознания.
нет глаза, нет уха, нет носа, нет языка, нет тела и нет ума. Нет формы, нет звука, нет запаха, нет вкуса, нет осязаемого, нет феноменов. Не существует сферы сознания, начиная со зрительного сознания и вплоть до ментального сознания. Не существует также никаких звеньев взаимозависимого возникновения, ни неведения, ни прекращения неведения и так далее, вплоть до того, что нет ни старости, ни смерти, ни прекращения старости и смерти. Точно так же нет ни страдания, ни источника, ни пресечения, ни пути. Нет совершенной мудрости, нет достижения и недостижения тоже нет. Поэтому, о Шарипутра, бодхисаттвы, поскольку не имеют достижений, опираются на запредельное совершенство глубинной мудрости и пребывают в этом. В уме нет загрязнений, и поэтому страха тоже нет. Полностью преодолев ошибки, они радикально уходят от печали. Все совершенно пребывающие в трех временах Будды, тоже опираясь на запредельное совершенство глубинной мудрости, полностью и совершенным образом очистились от состояния непревзойденного, совершенно окончательного просветления. Поэтому мантра запредельного совершенства мудрости — это мантра великого познания, непревзойденная мантра, мантра, уравнивающая с несравненным, мантра, полностью успокаивающая все страдания, поскольку она без обмана, познай ее как истинную. Мантра запредельного совершенства мудрости звучит так. Ом гате гате пара гате пара сам гате бодхи сваха.
Таким способом о Шарипутра должны обучаться бодхисаттвы махасаттвы запредельному совершенству глубинной мудрости. После этого Победоносный поднялся из погруженности в состояние самадхи и выразил одобрение обладающему могущественными силами бодхисаттве махасаттве Арья Авалокитешваре. «Так хорошо, хорошо, сын благородной семьи. Это в точности так, как ты объяснил, следует практиковать запредельное совершенство глубинной мудрости. И тогда будут сорадоваться даже тадхагаты». Когда Победоносный молвил эти слова, возрадовались почтенный Шарипутра и обладающий могущественными силами бодхисаттва махасаттва Арья Авалокитешвара и все святое окружение, и миры богов, людей, асуров, гандхарвов и прочие, и вознесли хвалу сказанному Победоносным. На этом заканчивается сутра «Сердце запредельного совершенства мудрости».
Yatha gati gati para gati para sun.